дети читают стихи Влатанцев Сергей, 6-й год класс, Бийского лицея-интерната, Алтайского края, Семен Гудзенко. Когда насмерть идут, поют. Когда насмерть идут, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег мины не изрыт вокруг. И почернел от пыли мины. Разрыв и умирает друг. А значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год и вмерзшая снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. И мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дыряющая шею. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.